Наледь – вода, выступающая на лед, обычно после снегопадов. Наледь – тяжелое испытание для маломощной снегоходной техники. Она бывает разной. Иногда под толстым слоем снега. Иногда снега поверх воды не так много. Бывает, образуется корка. Но каждый раз это испытание для снегохода. Хоть вагу вырубай, чтобы перевернуть его. Вроде маленький. Гусеницу-то я, конечно, почистил. Но вот был ли в этом смысл, потому что все равно так или иначе сейчас опять куда-нибудь вляпаюсь. Другого пути у меня просто нет. Ехать в лес не вариант. Хотел проехать дальше туда по озеру, на другое озеро, но, наверное, не судьба. Январьская радуга. Так, первый ушной. Окушок не крупный, конечно. Ну, в уху пойдет. Нормально. Такой же, как первый, вернее, второй. Тоже небольшой, но за неимением лучшего в уху пойдет. Малыш. Да, практически одинаковые окушки. Поклевка. В принципе, это чересчур. В принципе, в каждой лунке клюет. Эта штука у меня замерзла почему-то крепко. Пружинка эта. Опачки! Понял, в чем дело. Надо удочку опускать в лунку. На удочку клюет лучше, чем на мормышку. Может не так интенсивно дергать, а все равно маленький. Слушай,
практически не видно поклевки. Так аккуратно берет. Не, ну это несерьезно. Смотри. О, сорожка. И сорожка хорошая. Чуть-чуть было заметно, что кивок наклонился. Такая вот сорожка попалась. Сколько она тут грамм? Сорожка, плотва. Чебак. Больше не попадайся. Я ж тебе говорил, не попадайся. Нет, он перешел и снова попался. Вот засранец. Как тебя зовут-то хоть? То который раз тебя вижу, а как по имени звать не знаю. Забыл ему сказать, чтоб старшего брата позвал. Василий? Или как тебя там? Ты заманал уже за мной сзади ходить. Отпускаю тебя последний раз. Брата своего старшего позови. Поймал окунишку покрупнее немножко. Это уже более-менее размерчик. В уху самый раз бы вот таких. 7 голов, ребята, поймал. Маленькой кастрюльке ушку сварить можно. Сейчас зимой свежая рыбка, она на ура идет. Тут зависит от того, как попадешь. Я хотел дальше проехать, там немножко поинтереснее рыбалка. Но не получилось из-за того, что наледи много. А здесь, на этом озере, очень много от везения зависит. Угадаешь с местом, половишь. Он, кстати, по наледи довольно уверенно гребет. Я не ожидал. Здесь-то ладно, немножко, а там я прилично так черпанул наледи. Все обледенело. Все, не буду здесь долго стоять, а то лыжи мерзнут. Есть такие места в болоте, которые не замерзают даже в сильные морозы. Вершинки ручьев, те места, где ручьи берут свое начало. Они либо не замерзают совсем, или отопревают при смягчении погоды. Вот такую вершинку я и угодил. Почти проскочил, но соскользнула правая лыжа и пришлось скинуть газ, чтобы снегоход не завалился на бок. Скажу одно, была бы лебедка с собой, никаких проблем бы просто не было.
Главное правило снегоходчика: бери с собой лебедку. Даже если ты едешь 1 километр от дома, все равно бери. Знаю, но не соблюдаю. Почти выехал. Ну, можно сказать, выехал. Это было жестко. И еще не закончилось. Сейчас надо чистить ходовую. Ладно, не буду долго болтать. Надо выезжать на дорогу. Мороз стал вроде поджимать еще. Вышел, короче, потому что снега сюда в ручевину лопата есть с собой, накидал побольше, притамбовал и постепенно назад вперед удалось выскочить вот в этом месте. А снег накидал, начиная с этого места, пока резал, потом все-таки лыжа вышла одна на твердое и все. А у меня еще волокуша вон там. Ну ладно, я ее на веревке выдерну. Подъеду задом сейчас туда. Ну не сейчас, сначала ходовую почищу. Это, ребята, тайга, тут надеяться не на кого. Так что умри,
Ну а снегоход достань. Кто сказал, что на улице мороз? Ладно, все. Хорош болтать. Надо дела делать. Дела надо делать, дела. Так, куда здесь у него вагу можно засунуть? Варяга-то я где-то обувь. Надо не сломать еще тут что-нибудь. Варяга-то я нащупал место. Прекрасно переворачивался. Ни хрена себе. Этот ежик в два раза тяжелее варяга. Кстати, переворачивать надо его именно на правую сторону. Когда на левую переворачиваешь, карбюратор, бензин натекает. Полный карбюратор. Проблемно будет завести потом. Все, чистим. Удобрения не надо никому. Чистейший торф. Посмотрел бы я на великих таежников Ютуба в новомодных костюмчиках, которые щеголяют. Как бы они тут вокруг этого тунгуса ходили. Ой, как почистить? Да суешь руку туда по локоть и по барабану, что весь в этой грязи. Кстати, самый лучший способ согреть руки, разогнать кровь, чтобы кровь поступила, теплая кровь попала в руки. В такой ситуации не действуют эти ваши. Растирание снегом, сухая тряпочка. Я сейчас буду по плечи сырой, по колено я уже сырой. Короче, как в том фильме. Ты можешь обоссаться, обосраться, но задачу свою выполнить ты просто обязан. Все. Остальное через километр пути почистим. Лишнее вылетит, немножко обмерзнет. Можно окончательно будет почистить.
Чего меня сюда понесло? Вот, а проехал бы. Может быть. Лебедку надо возить с собой. Тоже все замерзло. Чем-то надо стукнуть. Чуть-чуть не завалилась, вот она прошла, вот край волокуши был. А вторая сторона висела. Вот, а вышел все-таки. Все. Фортуна на нашей стороне сегодня. Ну, частично. У меня тунгус, ребята, жареными пирожками запах. Заметьте, когда камнями-то отбивали. Ладно, в ходовке вроде ничего не гудит. Все крутится, вертится. Поеду до дома. Дома буду чистить. Загудело в ходовой. Надо почистить все-таки. Где-то что-то набило. Посмотрите, какой туман на болоте. Это потому, что мороз вжарил.